Вы не можете нести больше вещей. Вы не можете нести больше вещей. Снова убивать! Мне надо снова убивать! Доступно улучшение снаряжения. Внимание! Остается мало боеприпасов. Пришло сообщение. У вас нет оружия под эти боеприпасы. Я что-то слышу. Я это чую. Внимание, остается мало боеприпасов. Вы не можете нести больше вещей. У вас нет оружия. У вас нет оружия под этим. Вы не можете нести больше вещей. Доступно. Вы не можете нести больше снаряжения. Вам пришло сообщение. Внимание, остается мало боеприпасов. АК-94, модели 5. Добавлено в арсенал. Он здесь. Я знал, что он здесь. Вы не можете нести больше вещей. Сейчас. Все равно это неправильно. Внимание, энергия на исходе.
Вы не можете нести больше вещей. Доступно улучшение снаряжения. Вот они. Я тебя вижу. Осторожно! Внимание! Здоровье! Твою мать! Вы не можете нести больше вещей. 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 Ой, твари! Вы не можете нести больше вещей. Вы не можете нести больше вещей. Вы не можете нести больше вещей. Внимание! Энергия на исходе. Вам пришло сообщение.
Узнав, что этот тип, возможно, еще жив, я захотел натравить на него зараженных, отойти в сторону и посмотреть. Но у меня было другое задание. Я решил, что убью его сам. Потренируемся. Улучшение снаряжения. Вы не можете нести больше вещей. Вижу движение. Подтверждаю. Это не один из этих уродов. Команда 2. Вы не можете нести больше вещей. Вы не можете нести больше вещей. Больше вещей. Команда 2, вы не можете нести больше вещей. Нет цели. Взять его. Вы не можете нести больше вещей. Сволочь! Здоровье под угрозой. Внимание, здоровье критически низко. Сдохни! Открой меня! Не опозорим фараона! Осторожно, граната! Черт, граната!
Вы не можете нести больше вещей. Я вижу. Внимание, энергия на исходе. Здоровье под угрозой. Вы не можете нести больше вещей. 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 Когда я докладывал, было ясно, что Джудит недовольна потерей вируса. Я ее понимал. К ее чести она не стала меня обвинять, хотя ей и досталось. Зато она выяснила, где я нахожусь и как мне попасть в комплекс «Зенит». Всего-то надо было открыть 12-тонный люк и сесть на поезд.